Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк и пиши свой ник под это видео. Более подробную информацию можно посмотреть в описании. Спонсор сегодняшнего видео — Денис Кузьмин. Он заработал в интернете не одну тысячу долларов и теперь пришел на YouTube передать свой опыт всем желающим. Денис рассказывает об удивительных тайнах интернета, палит фишки по легкому заработку в сети и раскрывает тайны заработка известных людей. Проверено мною лично, рекомендую. Подписывайтесь на канал Дениса по ссылке в описании, я подписался. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер, и сегодня, ребята, у нас происходит, так сказать, тест паука. Я знаю, ребята, то, что он был, давно у нас паук вышел, уже, может быть, там все протестируют, перетестируют, но, ребята, ни у одного, так сказать, топ-ютубера я не видел именно теста паука с корпусами М4-ми. То есть фул пауки я видел, это да, без базара, но корпусов М4 там почему-то не было практически ни у кого. Вот, я не говорю, что там у меня корпуса тоже все полностью М4. Вот, у меня не М4 корпус, это Васпик и это Хантер. Вот сейчас вам, в принципе, покажу мой гаражик по корпусам. Вот, мамка-то у меня, соответственно, М4 абсолютно. Ну, давай, грузись, гаражик, я тебя просто умоляю, побыстрей. Если можно погрузить. Вот, смотрите, мамонт у меня М4 полностью. Стан у меня, конечно, тоже не М4. Ну, 45%, 45 шагов, я так думаю, это уже тоже М4 практически. Вот, диктатор, соответственно, у меня тоже 4-й. Викинг 4-й. Хантер у меня не 4-й, на 4 шага вкачанный. Хорнет у меня 4-й. И Васпик у меня, ребят, вкачан на 20 шагов. Вот, и буду я все это дело снимать с Леопардом. Поздоровайся. Привет всем. И станировал золото, поздоровайся. Всем здорово. Вот. Ну, я не знаю, для мамонта сколько. Давайте сперва 10 мин попробуем. Ну, я хз, давай сперва вот здесь на подъемчик. Сверху вот этот мостик, да-да-да, вот сюда, и сбоку ставь. Не сюда, Али, вот сбоку. Да нет, я сперва прямо просто хочу полететь. Нет, сперва хочу просто сюда вот прямо. Мне интересно, сделал сальтушку или нет. Ой, не настоит, чё есть. 10 тысяч мин. Я, кстати, не знаю. Мне стрелять, да, получается, как я вот полечу? Да, только в воздухе стреляй. Да. Ладно, все, короче, ребят, летим. Попал. В смысле? Многовато. Нет, я 10 должен выдержать. Ну-ка еще раз. Может, 9? Ну, давай сперва 9. Ну, я, по идее, должно 10 быть. Должен выдержать. Должно быть 9. Не, я 10 выдерживал. Даже когда у меня не было вкачано паук на фул. Может, чисто рандом, и все минки у меня на фул стрельнулись? Может. О! 9. Нет. У меня сейчас на 9 прям крополя-крополя остались. Ну, мне там, кстати, Тоха говорил, что если кто-то на мало количество хп, то минки у нас меньше. У тебя сколько хп? Сейчас, подожди, я надамажусь, правильно? Бля, не так. Так, вот так вот. Ну, мне кажется, я так не сделал сальтуху. Сейчас и будет. Не, сальтуху надо вот отсюда делать. Вот сюда полетишь. 10 ставь? Нет, 9 ставь. Сейчас посмотрим, сколько у меня останется. Вот, кстати, да, и делаю, ребята, это все чисто, потому что я предложил, кстати, эту тему. Ну, вы как бы вроде меня поддержали. Так, ладно, я еду. Разгончика мало. Ну что? Нет, нихера, я просто подпрыгнул и все, ничего не делается. Так ты не упал вниз-то? Да я просто так подпрыгнул. О, тонирован. Поставь вот здесь вот 9 мин. То есть мамонт полностью М4 и паук полностью фул вкачанный на 50% держит 9 мин, что ли? Походу, да, так и есть. А у тебя фул мамонт? Да, у меня мамонт фул полностью. Вот, я еду. Опа. Вот, сейчас сальтушку замутил. Не, ну прикольно. Но вот минус как раз таки мамонта и это срано в том, что у него такая скорость галимая.
Была бы вот у него скорость как раньше, что вот так можно было на пыночка залезать, он прям ух, форсил. Ладно, хер с ним, маунт в принципе протестировали. И сейчас можно кое-что на другое перейти, наверное, на Титана, да? Ну вот, кстати, самое найсовое это летает викинг из всех таких более тяжелых корпусов. Так, Титанчик у меня тоже практически вкачан на фул. Ребят, 45%, мне кажется, это уже можно считать, что фул. Ну давай, респайся, какаха. О, респнулся. Я, кстати, ребят, себе еще и красочку прикупил. Вот это вот просто найсово. Вот это внутри просто найсовенько. Так, ладно, поставьте мне куда-нибудь, я хер даже знает куда. Минки. Может, вот сюда куда-нибудь? Или вот в эту сторону куда-нибудь? Давай вот сюда поставлю. Давай. 8, да? Да, наверное, 8. Хотя... Фиг знает, выдержу, не выдержу. Ну, давай, ставь уже 8. Поставил? Да. И... Хо-хо-хо! Так он на месте, наверное, даже может сальтушку сделать, нет? Ну-ка, внутри поставь на это, на ровном поверхности 8 мин для Титана. И попробуем сальтуху сделать. А вот если он замутит сальтуху, это просто найсово будет. Прям куда-нибудь подальше, что прям разгончик. А, ну я оттуда разгончик возьму. Как раз таки. А я чем поехал, передом или задом? Передом. Так, где минки стоят? А, сейчас, вот. Подождите, я посмотрю. А, вот они, все. Прям найсово на них стоял. Так, ладно, давайте, ребят, разгонимся. Не знаю, получится сейчас у меня или нет, но там, в принципе, я так замутил. И выстрел. Эх, почти. Ну, скорее всего, да, мне прям очень много не хватило. Но там, как я так замутил на подъемчике сальтушку? Это просто найсово. О, а если чисто с этого подъема на низ я буду лететь? Вот здесь вот. Смотри, вот здесь вот так же, помнишь, как мы сперва у мамонта хотели сделать? Нет, нет, вот здесь вот чисто наверху. Замути, я сейчас попробую. Мне кажется... Это что такое? Это что здесь за минка стоит? Одной гусеницей подрывайся, в смысле? Это я этот Сереге поставил, он не взорвал. Ага. Так, ладно, ребята, едем. Ну какого хуанхэ? В смысле? А что это сейчас было? Я как будто за что-то зацепился. Текстурка, наверное. Наверное, текстурка. Ладно, хер с ним. Сам тоже можно, в принципе, такое что-то подделать. Ну, как я понял, смотрите, та же самая тема, то, что можно себе купить паука, и, в принципе, на жирные корпуса-то и не сильно различие идет. Эхо, ну, Серега. Как подрывается, делаешь? Ну, так себе. Так, ладно. О, попробуйте вот здесь мне прям на подъемчике поставить. Сколько стали Титану? 7? 8. 8? Давайте сейчас 7 попробуй. Ой, здесь прям надо было прям не так ставить. Ну ладно, хер с ним, попробуем. Попробуем. И давайте летим. Бух! Ух ты, нихера! А ну-ка на ровную поверхность. Я смогу сальтушку замутить? Если, ребята, я сейчас смогу сальтушку на ровную поверхность замутить, именно на викинге, мы сейчас пойдем на стадион и кое-что замутим прямо пищенькое. Так, где минки стоят? А, чё? Минки есть? Минки где? Есть. На ровной поверхности. Я думал, ты где хол поставил. А у тебя что, нету минок? Так я же наверху. 7 штук. Так, вот так сразу настраиваемся. Вот на натуре я сейчас, если сальтушку замучу, это просто будет такой эпик. Да, детка. О, сейчас, ребята, короче, мы остальные корпусики дотестим. По бырикам, по шурикам, потом пойдем на стадиончик, и там я кое-что хочу прям... Знаете, я что хочу? Я хочу прям ехать и делать сальтушки, прям бух. Я думаю, просто найсово получится. Так, ладно, что там у нас следующее? Следующий у нас викинг. Сейчас ставили сколько? Получается 7? Для викинга, наверное, сейчас нужно поставить 6. Да, получается, самый мощный это как раз-таки этот мамонт, который держит 9 минок. Но я почему-то думал, что он держит даже и 10 мин. Наверное, же мамонт должен сальтушку сделать на ровную. Да. А
что-то он. По идее, должен. Потому что, смотри, я видел до этого видосы, в принципе, как там на Мамонте или на Титане вроде ехали и сальтушки делали. Хотя... Мамонта Жига в мастерах, да, была тогда? Да, в мастерах. Ну, 35%. 30? Даже там процентов. Ты тут что-то не делал. Так, ладно. Ух ты, а что это за минка? Бам, разминировал. Ну что тут, где? Где тут мины? Где, кто? Не знаю, куда ставить? Давай, ну, давай, на вон тот вот подъемчик, я, получается, наверх поеду и замучу сальтушку на вот эту. Смотри, на вот эту. 6? Да. Я бы так прыгнул. Ой-ой-ой. Блин, херово минка стоит из-за того, что я сейчас могу в текстуру заехать. Почти двойную сальтуху замутил. Вот это Насева, кстати. Ну, кстати, это, как и диктатор. На подъемчике, когда я ехал, я тоже практически замутил. А, интересно это, опять вниз съедьте и поставьте мне минкой на руну. Вигинг так тоже замутит? Так он тогда, смотри, там вот, нет, наверх заезжай, направо там. Нет-нет, поставь справа ли, сюда мне 6 мин. Смотри, если вот так вот спрыгнуть, вот тут мины стоят, если вот так вот, ты... А? Можно, можно, можно. Сейчас и... Ух, ой, я перелетаю. Фигурно. Даже, мне кажется, не надо выстрел молота. Ну-ка, еще раз поставь то же самое место, я попробую без выстрела молота. Потому что диктатор делает конкретную сальтушку как раз-таки с выстрелом молота. А мне кажется, вот как раз викингу этого дела и не надо. Так, ладно. Сейчас я тут потестим. Ой. Ой-ой-ой, улюбикает зайчик мой. Все, еду без выстрела. Пух. А чё я сейчас вообще практически не подлетел? Слышишь, что? Давай вот тут наверху стоят мины. Али, нет, не подорвай. Молодец. Вот тут наверх, давай сюда. Тут получится двойная сальтушка. На викинге? Да. Окей, еду. Окей, я еду. Окей, 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 окей. И где? Вот на эту же штучку, только вот та, которая вторая там стоит. А где мины-то? Вот здесь стоят. Первая, вторая. Вот тут они. И что в итоге, мне куда, туда ехать? Вот, да, прямо. Едь и стреляй. Будет двойная сальтушка. Мне кажется, даже переключусь на тройную. Нормально. Вот в чё я тут врезаюсь? А, ты врезался, вот почему-то не поехал. В чё, мазафака, я тут врезаюсь? У меня тупо танк начинает не ехать. И... Двойная. Еее. Кстати, идеально двойную сальтуху. Так, ладно. Давай сейчас все затестим. Ну, я не знаю, Хантер есть смысл тестить, потому что у меня на 4 шага вкачаны. Я так думаю, нет смысла, потому что я его тестировал до этого. А, тогда не надо. Давайте вот Хорнет полностью фул. М4. М4 Хорнет, мне кажется, держит это. Должен, по идее, держать 4 мины прям всегда. А 5. Не, мне кажется, 5 не выдержит. Ладно, поставьте где-нибудь 4 мне мины. Смотри, слышишь, ты меня видишь, нет? Да. Идеальная мина, смотри, под правую гуслю, вот здесь стоит. Угу. Давай вот сюда. У меня прям правая гусеница ехать на нее? А, стой, подожди, не ехай. Да, вот теперь есть. Вот так вот, да? Нет, ты просто едь прямо, она стоит под правую. Ну я понял. Практически сальтушку тройную. Ну как сальтушку? Какую-то бочку я хер знает, непонятную. Блин, кстати. А если замутить так, что поставить, смотри, в одной минке вот здесь 4 штуки где-нибудь, я не знаю, на ровном месте. Давайте где-нибудь вот здесь, смотри. В одной минке поставим 4, а чуть-чуть подальше отъедем и одну. И давайте попробуем таким способом, то, что надамажу тебе. Херак, будешь не на полном хп. Я, ребят, не знаю, если честно, теория работает или нет. В принципе, мне сказал эту фишку Тоха. Ну, блин, надо было подальше. Нет, ты чё, это сильно далеко. Так сильно, как раньше, близко. Ну, конечно. Ну, ты вообще их сильно близко поставил. Я как бы хотел туда, прям, практически на край. Я тут разгону, понимаешь, не возьму. А, подари тогда эту. Вот там 4 и сюда получается 1. Так, херак. Ну, почему-то мне кажется, я сейчас зарусь. Не, нормально. Только ты аптеку. Ой, ты там вообще прям... Я уже надамаженный.
Ты, кстати, это что-то прям вообще очень криво поставил мину. Ладно, летим. Ну-ка, давай в каком-нибудь другом месте. На дом, слышите? Вон, ну то. Я задние сальтушки делал. Да. Вот это охерительно. Давай. Я поставил, я... Только смотри, чтоб мне разгоняться нормально было. Я отхожу. Где ты поставил? А, вот здесь? Это, херните меня кто-нибудь? Не, это мои, вон твои рядом. Ну, херните меня, один раз выстрел. Все. Так. Блин, ты сильно далеко сейчас поставил. Вот сейчас в натуре очень сильно далеко. И криво еще, плюс ко всему. Ну да, такое себе. Ну и вас стандартно держат три минки, ну, для пущей, так сказать, эпичности видоса. Все-таки это надо тоже сделать. Вот, сейчас, в принципе, вас протестируем. И потом уже, ребята, вот ту фишку, которую я вам сейчас обещал вам, сальтушки бесконечные мутить, мы, я так думаю, поставлю просто либо в начале этого видоса, либо в конце. Так, эхо? Ну что, вы тут залетели, нет? Нет. Ребята. А, да. Так, давайте сейчас сюда вот три минки в одной и одну куда-нибудь здесь. Вот. Или получается, или что? Ну давай, так, смотри. Ты четыре. А, ты же на вас. Да, три минки и одну там подальше. Только не на такое дальнее. И выровнять, можешь сразу выровнять свой корпус? И чтоб так назад проехать и нормально поставить мины. Давай кудой, вот судой, да? Да. Али, ударь меня. Раз, два, три. И вот сюда, да? Да. Все нормально. Давай. Ау. Сейчас что-то мне кажется, я сдохну. Не должен, надамаженный? Да. Так, ответ, ладно, пробуем. Да, сука. В смысле, а почему я сдох? Я же был на фул хп. А, ну там минка одна, вторая, третья. Не, ну да, так не получится, скорее всего. Так, ладно, хер с ним, ребята. Вот протестировал так. Вот, держит, получается, Васпик у нас 3 минки, Хорнет 4, Викинг, соответственно, 6. Ну, Хантер, соответственно, держит 5 у нас мин. Вот, потом, чё, у нас Диктатор держит 4 мины. 7. Да, 7. 4, нихера себе. Вот, потом, что у нас? Титан у нас держит 8 мин. И Мамонт, соответственно, у нас держит, ребята, 9 мин. Это полностью, как я понял, с фулл качественным пауком и фулл качественными, как раз таки, корпусами. Ну, а сейчас мы чисто поедем на полигончик, и там уже что... Ой, не на полигончик, а на стадиончик. И там уже попробуем что-нибудь такое епищенькое прям замутить вам. Так что, ребята, сейчас продолжим. Это, конечно, все будет под музыку. Так что, всем пока-пока. Hate the player, don't hate the game. Hate the truth, man, we take all blame. That you got no money, you got no fame. That you got no